Подальше от опасности 7-летнего мальчика, который был замечен с рваной раной на голове в Дурнях, забрала социальная служба. Он вместе с 3-летним братом пробудет под опекой, пока полицейские установят все обстоятельства произошедшего. Напомним, в пятницу, 25 июня, ребенка с рассечением головы доставили в кировскую травматологию. Очевидцы, которые вызвали скорую и полицию, были уверены, мальчика избил отец. Однако в полиции сообщили, что травму он получил на детской площадке. Хотя отец ребенка утверждал, что его сын ударился о столб. В реальных причинах сейчас предстоит разобраться правоохранителям. Между тем, журналисты Первого городского направили в Министерство социального развития региона запрос, чтобы узнать, состояла ли семья на учете. Известно, что отец злоупотреблял спиртным, а мать с детьми не проживает.